Ребята, всем доброе-доброе утро. Всем доброе утро. У нас новый влог, новый день. И мы бежим. Куда, парикмахерскую. Парикмахерскую, подстригаться. Наша новая курточка, которую я вам показывала, которую мы оставили. Очень классная, но мы туда сейчас кофту подделим. Сашка, модница. Модница, да, огородница. Бежим в парикмахерскую подстригаться, в детскую. Вчера позвонила, хотел вчера позвонила, мест не было. Вот, а сегодня есть вроде окошко, поэтому мы быстренько бежим. Сейчас подстрижемся, потом Сашулечку оставим Диминым родителям, а сами пойдем делать дела, потому что завтра мы уезжаем на дачу. Юху, ура! Поедим шашлычков, отдохнем на природе, погуляем по лесу, хотя погода, ребята, обещают. Я вам скажу, дожди. Рыбалочку, может быть. Ну, посмотрим. Дожди, это, знаете, так, они же не будут вот с утра до ночи идти. Ну, кратковременное явление, ничего. Дождик тоже нужен для травки, для деревьев, да? Нас это не остановит. Просто погода хорошая, да? Красота. На улице у нас все уже распустилось. Давай. Даже тюльпаны где-то мы вот сейчас вот прошли есть. И листья уже, посмотрите, все деревья практически в листве стоят. Есть еще какие-то вот голые, но мне кажется, что это, наверное, мертвое дерево. Вот. В погоде сейчас прохладненько у нас. Где-то градусов, наверное, 16. Дождь обещали, мы взяли зонтики, да. Вот, не хотелось бы, конечно, попасть под дождь. Ничего. Не растаем. Где? Сашки, собаки. Ага, собаку с собой взяла. Так. Опа. Саш, держи вот этот себе красивый. А нам с папой вот этот. А ты вот так вот. Держи. О. Вперед иди. Вот так, грибочек мой. Давай, сможешь. Рюкзак в другую сторону. Нет? Давай. Держи зонт. Сашка. Сашка. Не уходи далеко. Может, ты сильный какой пошел? Да нормально, сейчас пройдет. Решили доехать на автобусе. Ну что, зато прям к этой подвезет. К парикмахерской детской. А может, пока Сашку подстригать будут и закончится. Там подстригается Сашулечка у нас, а там Ленусик решила подстричься тоже. Две девочки подстригаются. Ребята, что-то пошло не так, и подстриглась я. Подстриглись. Ну, Сашка тоже подстриглась. Посмотрите, какая красота. Только есть на волосики, надо помыть. Красоту. Сашка, тебе очень идет. И тебе тоже, Лена, идет. Да? Тоже идет, как вам, ребята? Садись, Сашулечка, на столько волос. Вы посмотрите, это все мое. Подстриженные, да. Красавицы. Все, канапе готовы. Да, Сашулечка у нас вот тоже. Обновились немножко, освежились. Подкорнались. У меня осталось... вообще, наверное, вот столечко. Осталась моя очередь. Ну, да. Мне-то проще. Типа дома, под машинку. Идем теперь к бабушке с дедушкой. Придем, да. Сашулечку, да. Сами пойдем Димы по делам. Хотели мы зайти в магазин, купить продукты. А потом подумали, в основном все продукты купим там, на Рафаминске, в городе. Там тоже можно все это купить. Единственное, возьмем самое такое необходимое, может быть, хлебушка, молочка, чтобы сразу кофейку попить с утра. Колбаски, сырку. Да, остальное там сюда будет, чтобы не тащить вот эти опять купики. Баулы с едой. Как всегда, знаете, собираемся вот так вот, с такими сумками. Видели, да, как всегда мы едем. Так, запоминайте этот момент и будем смотреть завтра, как мы поедем. Да. С такими же баулами. Да, точно. Девочки, припьевочки. Погодка у нас, дождик закончился. А зато свежесть. Зато свежесть. Тучки еще есть, настроение у нас у всех хорошее. А что, плохое? Завтра на дачку. Да, Сашка? Да. Шашлычки.
завтра нас дедушка будет встречать с курочкой гриль. А, с курочкой гриль нас дедушка будет встречать. А шашлыки мы делаем, когда Димины родители. А, родители в гости приедут нам на дачу. Тюльпанчики начинают потихоньку распускаться. Какие-то еще пока с почками, с такими, какие уже цветочки дали. А мне нравятся желтые тюльпаны. Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Ну, мне правда желтые тюльпаны нравятся по цвету, прям такой цветовой гамме. Мне все тюльпанчики нравятся красивые. Как только погода, знаете, такая дождливая, в парке по минимуму людей. Никого. Никого нет, да. Тут что-то засеяли, наверное, что-то газонное такое, чтобы птицы не клевали. А вон девушка идет впереди, она с нами стриглась. С нами стриглась, да? Да. Она тоже, кстати, подстригалась. Сама а дети, мама. Да, сама мама. Я заметила, что многие взрослые стригутся в детской парикмахерской. Вот, она детей оставила, они там играли, сидели, а она пошла стричься. Ну, она там только, правда, кончики подровняла. А у меня прям так хорошо, да, укоротили. Ну, посвежее, я прям себя чувствую, даже в голове легче. Арбузы продаются иранские. Сколько клубника? Турция, 100 грамм. Килограмм 890. Нам нужно уже потихонечку готовиться путешествию. Да, доширак я купила. Смотрите, еще какие есть разные. Удон, лапша, такой доширак. Наверное, нужно еще картофельное пюре взять. Смотрите, еще такая гречка по-домашнему с грибами. Кнор делает. Доширак. Картофельное пюре, ролтон. Напишите, какое лучше картофельное пюре. Доширак, либо ролтон брать, либо что-то другое. Потому что такую лапшу мы уже взяли. Еще, смотрите, Спар делает свою лапшу. Пойдем? О, промысел. Русская народная фабрика. Городецкая роспись. Красиво. Ну, на любителя. У меня вот типа такого стол был, орнамента. Берем белуга. 7000. 3 литра. Вот Димин папа покупал торт. А где он? Ну давай вот эту возьмем. Прага, безе, да. Сарепами. Или вот эти, как бы, папа торт. Да, 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 я хотела посмотреть, ну, да, вот это, какой. А может, без вот этого вот что-то? Давай вот этот вот, да. Вот этот? Да, Вирджиния. Вот это был очень вкусный. Вкусный очень был. Да. А вот еще мне такой вот нравится, вареный с сгущеночкой. Тесто готовое можно купить. Пончики. Голодными сюда, да, голодными лучше не сюда ходить, не приходить, да, ребята, тут прям слюнки потекли. Кофеечек можно налить. Так, ну что, по булочке и пойдем дальше делать свои дела. Слойка с творогом, с ветчиной, с сыром. Вот, я с сыром буду. Давай, ты будешь что-нибудь? Давай, сырком. Тоже с сыром, да? Давай. Много здесь. Все разобрали. По одной? Давай по две. Давай по две. Так, второй пакетик. А то смотри, может, ты хочешь ветчину с сыром? Да нет, обычно. Хочу булочку. Да? Просто дождь собирается. Ты будешь? Давай, я достану, а ты спрятаешь. Давай. На. Спасибо. Рукой. Самые вкусные булочки с сыром. И на улице. В Спаре. Угу. Объедение, да? Угу. Смотрите, сейчас дождь будет. Их стучи. Тут еще ясно.
А тут он. Сейчас идем за Сашулькой, поведем ее на занятия. И увидели, что у нас за домом сделали вот такие вот фонтанчики. И нам они очень напомнили Анапу на центральной набережной. Смотри, они сейчас подсветкой. Ага. Прикольно. Да, а классно. Раньше у нас тут большой фонтан, помнишь, был? Да. На улице очень похолодало. Вот, можно было бы даже как-то какую-нибудь ветровку надеть. Последнее занятие наше, да, Сашулечка? Да. Красиво тебе так подстригли, тебе так идет, тебе так хорошо, мое солнышко. И все. Мы уезжаем. На дачу? Да, на дачу, на море. Все, рада? Да. Отзанималась? Да. Да. Так вот быстро время пролетело. 2 года мы с тобой ходили на подготовительные занятия, занимались. Все, уже школа впереди. Да. Самый важный ответственный этап – первый класс. Да. Все полученные знания, которые вам рассказала Алина Игоревна, дала, да, будешь применять уже в школе. Да. Первоклассница моя. Ребятки, мы пришли домой. Сашулька позанималась, и она хотела показать вам, какие ей подарочки подарили в школе, потому что она сегодня занималась последний раз. Да. Она прошла полностью подготовку к школе. Все 2 года, да? Да. Ну, давай, показывай, что тебе там подарили. Вот такой вот диплом выпускника курса «Подготовка к школе». Пусть яркими воспоминаниями останутся в твоем сердце счастливые дни в маяке. Желаем, чтобы веселое детство не заканчивалось, чтобы школьные годы были такими же яркими и чудесными. Пусть мир всегда преподносит только самые приятные и интересные сюрпризы. Вот такой вот диплом. Да. Угу. Так. Май 23-го года. Хорошенький. Ну, давай открой, что ли? Давай. Ой, какой классный. Ой, а какой замечательный. Он с рюкзачком. Это первоклассник, наверное. Нет, он не снимается, тут все пришито. А здесь снимается. Ну, поверни это нам посмотреть. Рюкзачок снимается, Сашулечка. Да. Лаки. Маленький. Ух ты! Маленький такой хороший. Хорошенький, такой неуклюжий и такой милаха. Ой, какой ты хороший. Ты потрогай, ты посмотри, Дим. Ой, какой хороший. Лак, удачи. Это портфельчик. Да, рюкзачок. Прикольный, да. Как первоклассник. Первоклассник. Угу. Здорово. Ой, какие это вкусняшки. Пирожки. Это пирожные. Пчелка. Пирожная картошка, медовая пчелка. Какая красота. Смотри, там еще что-то есть. Посмотрите-ка. Ой, Сашка, поделишься пчелкой? Да поделюсь. Ой, потом... какая вкуснятина. А еще... Мама самая голодная, поняли, да? На ночь глядя. Я тоже голодная. Ой! Сашкин любимый пряник. Сашкины любимые пряники. Она ждет, не дождется, когда мы приедем в Анапу и будем покупать вот эти вот прянички, которые брали в этом, как его, в Мериндейке. Там очень вкусные они. Да. Одновременно вроде радостно, да, а вроде очень жалко. Как-то вот попрощались с учителем сегодня прям. Ну, прям, знаете, вот как-то на сердце, как будто вот, как будто вот частичку просто мы там оставили. Всем бы таких учителей, потому что очень приятные впечатления. Алина Игоревна прям очень хороший учитель, педагог. А еще хотела вам рассказать, что мы расторгли наш договор с бассейном. Ну, потому что по причине того, что мы болели, к сожалению, нам врач пока не рекомендовал посещать бассейн. Вот с этим гайморитом, синуситом, фарингитом. В общем, я в этом тяжело понимаю. Ну, в общем, вот с осложнением на нос, что нам дало. Вот это вот простуда. Поэтому мы не успевали отходить положенные там, сколько оставшихся, 5 занятий. Мы написали заявление. Нам, конечно же, вернули деньги, что очень приятно. То есть люди вошли в наше положение. Потому что, ну, изначально мы договаривались, что май месяц мы ходить не будем. То есть, а в сентябре мне предложили заморозить до сентября. Но я сказала, что в сентябре пока мы не знаем, как вообще там будет с первым классом.
будем ли мы ходить, будет ли она успевать, опять же, как там нагрузка, может быть, она будет там уставать, потому что все новое, да, то есть как бы не только моральное, там и эмоциональное, но и физическое вот это вот все напряжение такое будет. Поэтому, конечно, с удовольствием, как все у нас все это уладится, наладится, мы будем знать расписание, у нас будут свободные время, свободные часы, мы с удовольствием будем посещать, конечно, еще и бассейн, плюс хотела я ее, конечно, еще на английский язык отдать дополнительно, но это все уже к сентябрю, сейчас мы уже ничего не загадываем, завтра мы едем на дачу, что-то сегодня мы мотались по этим магазинам, покупали, что-то докупали, решали дела, в МФЦ ходили, там с кварплатой опять они там начислили нам непонятно сколько, в общем, решали разные такие бытовые дела. Вот, поэтому сейчас мы идем отдыхать, сейчас мы идем ужинать, вот, а завтра мы уже едем на дачу. Будем с вами прощаться на сегодня. Огромное спасибо, что провели с нами этот денек. Приглашаю вас всех на дачу. Вот, будем с вами там вместе жарить шашлыки и гулять по лесу. Так что, всем до скорой встречи, всем пока-пока. Всем пока-пока.